Здравствуйте, меня зовут Айгуль Шамсутдинова. Я бы хотела поделиться своим опытом участия в программе «Магистры русского языка». Я участвовала в этом конкурсе дважды и оба раза одержала победу. Благодаря этому мне посчастливилось пройти стажировки в представительствах Россотрудничества в Непале и Египте. Это было невероятно и интересно, и полезно. Я вела занятия по русскому языку, организовывала и проводила различные мероприятия, участвовала в конференциях. Так мне удалось не только получить бесценный профессиональный опыт, но и познакомиться с замечательными людьми и лучше узнать культуру и традиции других стран. Кстати, тогда у меня появилась мечта работать в Россотрудничестве. Я считаю, магистра русского языка – это потрясающая программа, которая открывает новые двери знаний и возможностей и дает отличные перспективы карьерного роста. Говорю об этом не понаслышке, потому что уже почти год я работаю в представительстве Россотрудничества в Республике Армения. Мечты сбываются. И, конечно, я очень благодарна за этот конкурс, ведь именно он и стажировки, как мне кажется, оказали большое влияние на мое личное развитие и карьеру. Спасибо за внимание. Я надеюсь, что мой рассказ вдохновит вас принять участие в конкурсе магистра русского языка и открыть новые горизонты.